Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и я хочу вас погрузить в мир ахинеи, беспорядка, мир алкашей, то есть World of Tanks. Может быть, кто-то знает, может, кто-то не знает. Есть, кроме случайных боев, есть еще укрепсражения, которые проводятся на уровнях 6, 8, 10. Но в наступление лучше играть уже сыгранными игроками, и вы можете подзаработать немножко голдишка каждую субботу. Но я буду играть на 6 уровнях, потому что там основное комьюнити World of Tanks, которое играет в эту игру. Это сердце World of Tanks, 6 уровни. В отличие от случайных боев в укрепах, можно общаться со всей командой. То берите печеньки, чаек, бутики с колбаской обязательно. Приятного просмотра. Вперед! Гуся, если тебе въебать в глаз на 300. С поджогом сразу. Бля, такое бывает. Да, я помню. Нехуй на 90 градусов не разворачивать, блядь. Тут сейчас неравноценный обмен будет, у меня буги будет фармить. Бля, в смысле, где кусля? Гусеница повреждена! Подтверждаю пробитие! Ну еще тычку тайпнул. Хорош. Расходка готова, аккуратно. Вот 2 КБ. Попробуйте, может, немножко зайдет. Я расходку забайтил. Закатывается, вот это все закатывается. Там пусто стоит. Не всегда, но. У меня кромб кат. Так, нет. Кто не уходит, там мозг. Не, навряд ли кто-нибудь уходит. Вот этого забирается. Возьмите за меня его. Слышишь, Юля, возьми его за меня по себе. Ну я тогда еще. А мне нет, кто у меня нету входа. Ничего тогда посылался. Пробитие! Я спрятался. Готов! Все, спасибо. Ну, катку сделать не даешь. Кром стайп, попробуйте ЛТшку забрать, только там на кого не упаритесь. Там уже не поможешься. Ну, в центре я уже тут 400 накидал. Ну, ты больше не увидишь они вблизи. Маги стайпу, заберите собой упарить. Как вдвоем, блин. Тайп сейчас победит. Я его уже забрал. Я к вам лечу. Домашек. Есть пробитие. Цель уничтожена. Пробитие. Пробитие подтверждаю. Правильно. Да, спасибо, спасибо большое. А, это я тебе, прости. Да, вот это что-то договор, да? Все, когда я его развел как лоха последним. Ну он там, в этом, в каньоне, да? Вообще даже не поедет. Да. Можешь уже не ехать, в принципе. Ну, прокатывайте быстрее, блядь, тут там долго идете, нахуй, быстрее сюда. Лёша, помоги, ты с этим сказал, что драками.
Ну, кто там еще даст по нему? Ну, быстрее, давайте. Да... А, М-ка, оставайся, уже здесь нет смысла. Они там все не поехали. Пром, пускай здесь пока с тайпом. Чтобы уба не шибать. Покатывайте дальше. Мы тоже вместе в взорвом едем. Если там нету никого прокатывать, тебе дай МК. Да я тебе сразу сказал, это первая-вторая линия. Это первая-вторая линия. Андрей, все я поняла. Ну, мало ли кто-то здесь может оставить. Может кто-то здесь стоит. Ну они арту под дом кинут. Ну это стандартно, конечно. Ну это да, рассчитано, я не знаю на кого. Пробитие подтверждаю. Вы мне дали набить еще мне. Мне нужно 3000 хотя бы. О, да. Маш, не делай себе статиста, тебе это не идет. Мне это нравится. Хотя бы 3000. Если тебе в бою каком-нибудь повезут, так это не значит, что тебе будет каждый раз. Алло. Знаешь, да? Так, что знаешь? Я отходила, что... Они, короче, играют, смотри. Сейчас они будут вкатывать. Сначала вот здесь, а основная масса поедет вот здесь. Нам короче, нужно просто перекрепить вот здесь, и потом вот здесь. Я понял. Короче, я тебе сказал, основная масса будет 1-2. Пробитие. Кто там ошибается, не надо так вкатывать смело, не надо. Пробитие. Разворачиваемся. Как я и говорил, короче, у них первая вторая линия, все, понимаете? Разворачиваемся. Ну вот здесь, да, вот все. Сюда. ЛТ вам светит, вот отстреливается. Арта прошла. Пробитие подтверждаю. Не совсем. Ты не поймешь. А я никуда не буду, не спрячусь. Подтверждаю пробитие. Повреждение гусеницы. Что я докатил? Когда? Пробитие подтверждаю. Чё катался? Подтверждаю пробитие. Наводчик ранен. Сука! Че, Леха, трешку кинул? Да, сразу все. Не, братан, трешку мне не будет, я вообще просто хочу. Я вокруг еще вообще. Сколько? Ну зато я подсказал, какой, я думаю. Не, красава, ебать. Да, Лёш, если бы даже мы и сюда технику, хотя я сюда технику никогда не ставлю. Если честно, как ты знаешь. От этой информации, вот в этом личном бою, от этой информации мне не легче не стало. Ладно, понял. Лёха. Или солнце это, короче, ну, крайний бой пока что. Окей, окей. Я советую, если сейчас мы пробьем, то все, заканчиваем. Сразу заканчиваем. Ничего себе. Нет, ну если Леха говорит, ебать. Новая карта.
О. Не могу сказать, что он будет. Понятно, так. Он останется здесь. Старайтесь не ломать ни деревья, ничего. Это очень плюс. Ломаешь. С чем ты это говоришь? Сука. Там все четыре, давай освечивай нормально, ёпт. Что-то от тебя толку не было. Лёш, пускай хоть раки, но моих людей бежать не... Все мои друзья. Я не обижаю, я просто говорю, что реально, ну так 54 должен светить, он не светит. Ну как они, он просветит, они, блядь, по кустам все поныкают. Он, по-твоему, должен упороться, что ли? И мы, да, забей на Лёху, блядь, да, ну нагрит, не трогайте Лёху, нормально все, нахуй, нормально. Я никогда не говорю, надо говорить, что... АФКшку забирайте. Лёш, забираем вот этого вот. Давай, АФК. Не АФК, ты мне помоги с стычкой. Хочешь поможешь? Цель устранена. АФК там и без тебя. Вытащи его, назад отъедь. Назад отъедь. Да все нормально. Так, тайпик. Ой, убить. Постарайтесь вдвоем с кромом, может на перекатке ударить. Да, конечно, сейчас. Они вкатывают сюда. А, ну все, тогда одна, две эмки, давайте сюда вернитесь, две. Остальные в центр пока. Помогите им там. Это же команда. Нет, они там вдвоем были. Классный. Есть пробитие. Подтверждаю пробитие. Мотор долго не протянет. Да. Даже расходку не на кого было скинуть. Ну кидай хотя бы просто так. Давай сделаем 7 на 7. На Лёху, пожалуйста. На Лёху кидай. Давайте его добавим. Лёх, ты едешь или нет? Конечно, не знаю. Смотри, короче, я через... Вот сейчас бой сыграем. Я потом схожу в магазин. Да, отпустите меня в магазин. Ну, Лёш, иди в магазин, просто я уже другого вот это возьму. Ну, вот сейчас бой сыграю, потом поедем в магазин. Просто я ж потом не буду выкидывать кого-то из друзей, я ж только с друзьями играю. Согласен. Тогда ладно. Сейчас играю, меня выкидывай. Ничего себе! 83-е место, ты чё? Это хорошо или плохо? Я чё не понял. Подожди. Это плохо, а хорошо? Подожди. Ну, это... Подожди. Сейчас мы возьмем 70-е, если вообще, я вообще был в шоке. Только я единственный совет, заканчивай тогда. Не, Лёха, если ты будешь с нами, я думаю, мы до 20-очки дойдем. Изи. Не. До 20-очки мы дойдем. Погоди секунду, сейчас кто будет играть? Пиздец, все сухое, ничего. Ух ты, новая карта, сломался. Так, ты их знаешь? Я их знаю, вот кроме один, второй я их знаю. Они вообще, ну сейчас увидите. Они карают, да, серьезно, очень да, серьезно. Да, они карают просто. Карают, да? Тайпик, уходи тоже к ним, может. Встать пока здесь или в кустах где-нибудь. Как там? Вот сюда можешь встать, в принципе, вот здесь вот стреливать. От бункера назад отъеду. Быстрее, так, быстрее, одна, быстрее. Одна эмка, останься в центр, все остальные давайте вернемся. Танчик, быстрее. Может, мне нехорошее, ты чувствуешь, что мы там все были? Не, они а все там пойдут одной линией, увидишь, сейчас стрички подтянутся.
Лёх, ты так нагло не вкатывай посреди поля. Рикошет. Я не вкатываю, чек, просто чек. Нам нужно всем есть просто пробитие. Не вкатывать, все. Разбирать это говно, все. Броня не пробита. 400-200. Есть пробитие. Ну, Крома, Кром тупо упоролся. Шотных набираем? Уничтожили. Хватит, красавчики. Есть пробитие. А ВК-шку набираем, шотных? Попадание. Мехвуд ранен. Скорость движения и поворотов снижена. Есть пробитие. А, спиздил. У кого-то спиздил, извините, пожалуйста. Да, жестко, ну, жестко они сосали, конечно, нормально так. Не понял. Лёха, не уходи, Лёха, не уходи. Он как кого не покажет, блядь, что-то они все дуют, блядь. Не знаю, зачем с такими... КВ-2 по центру КВ-2 вот тут стоит. Прикинь, вот тут КВ... На гусле. 7-0, пожалуйста. Пожалуйста. Не, серьезно, честно, Леха, ебать, не уходи, пожалуйста. Кто придет, если будет место, я тебя потом кину. Сука, он ушел. Он уходит. Нет, Леха, пожалуйста. У, бля. Давай, ладно, сейчас приду. Господи, знала, что пьяный не взяла бы. То чё? То сколько победок было? Чё, нормально? Да нет, трезв он нормально. Я когда выпью, то пиздец. А бежать-то я не хочу людей. Да, подождите одна. Меня, вот сейчас вот, поедем. Вот это подождите, поедем. Пока не едете. Вот это одна, ко мне подождите. Приедете, это заберем вдвоём. Я просто шот на ракетницу, блядь, я одна заберу. Вот, я опять свечусь. Опять, блядь, где, сука, вот это стоит, непонятно. Ну, сейчас найду, подождите. Попал в пустом. У них харта была? Рикошет иду. Есть пробитие. Не знаю. Нет, сушка идет. Добирайте, пока не. А вон наказ есть. Кровеля подкатывайте, можете вот этого забрать. В засвете. Сейчас я на прикрытии. Да, сушка бьет, куста кром. Потом со мной, эмочка, давайте берем такую. Ага, вот ДМТ была, блять. Вот она, где сука стояла, вот почему я в низинке светилась. Есть пробитие. Давай. С этим хорош. Сушку заберите. Кром, заходи сзади. Свечусь. Я контролю. Пробитие. Еду. Хорош, поехали на откуда. Уничтожим. Супер. Артуф, у вас не забирайте эти вещи. У меня нет фига. Она мне вот всех выкинула, не... все чисто, бляха, мухана, мы с нами. Пусть по мне не стрелял. Он просто надо не спортив, кидать всей толпой, и все. Ну ты понимаешь, без сети... Арте, кидайте все, Арте. Обязательно. Я в рандоме всегда так делаю. Их не банят. Чего? О! Это кто, Лёха, что ли? Прощание, Александр был. Лёха. Я говорю, что ты говоришь? Ля, Лёха. Сука. Скажи что-нибудь хоть. Лёха. О, ёбаный стыд. Лёха, я? Эй, Лёха. Так, сори, что я ржалась. Что ты там говорил, Лёха? Лёх! Больше не пойдет. Он все, он в этом. Что я могу сказать? Просто вот в Австралии. Ничего не бывает. Ну, блядь, надо было больше пить. Так, ну, это уже, блядь, читеры еще тем. Да, я с ними одно время катал. Мне интересно стало из-за этого. Тайпы забирайте, урон, МЧ
точно пока не спешим. Если у них техника здесь, энки сразу вот этой стороны закатывают. Так, ЛТшка на экран здесь проехать. Выдвигаемся! Да, на то время на КВ-2 катался, да, надо, наверное, это, как-то проходить, 64-й заход. Пробитие. Ух! Тупо проходим. Есть пробитие! Ох! Проходим вот это, убиваем сначала. Да-да-да, да, поехали, Лимон, Лимон, забей на такую, поехали. 600. 400. Зря именно туда заехал. Застрял в зарядный. Ну, арту можно на того? Так, сейчас расходку скину, но да, не тушу. Да лучше вот на этого кидать. Да, нет, это повреждено. Чуть не углотишь, чтобы зараза светится. Может, он... Слышь, стой, тролл, ты куда? Ты шо, ебанутый под перекрёсток? Назад откати, ты чё, блядь, под перекрёстку прям едешь. Карта плохо зашла. Чини технику себя, да и все. ХП не очень хорошо, вот. А у них расходка проходила? Нет. Тайпик сзади накидывает. Я же говорю, не едьте туда. Что вот этот зажил. Так, а М-ка и ЛТ-шка вот это вот, вы можете съехать либо здесь аккуратненько, либо здесь, вот отсюда вот забрать вот эту точку. Попадание в модуль. После. Откуда? Куда? Куда? Куда съехать? По ХП все ровно. Да, вот это вот тайпик, ямочка. Вы можете здесь аккуратно съехать? Здесь можно съехать. И вот здесь можно съехать, чтобы вот этого забрать. Вот отсюда, вот так. Ты уверен, что мне стоит с горки съезжать? Я вот этих напрягаю, не, вот этого напрягаю. Давайте лучше в позиционке поставим. Пускай ямочка съедет и вот сюда потому просто перекачет. Она вот этих нет, будет видеть еще лучше, чем я. Знаешь, и вот этого. Просто вот этого надо обязательно забрать. Он капец как ну, так М-ка, если сюда перекатит, аккуратно здесь спустится, она заберет. И я отсюда вот буду настреливать и вы. Вот, вот отсюда можно аккуратненько съехать. Поднимается на горку. Нас пушат уже, смысл куда-то ехать, они сами приедут. Надо быстрее с ТМ-кой решать, что делать. Под гору поджимается. Ну М-ка пускай падает быстрее, а то она сейчас засмотрит и все. Пробитие подтверждаю. Куда? Кто зажмет? Не поеду я никуда. Так и есть, нас просто зажимают, запах ХП нормально. Не, они тоже шотные, у них пока не сильно получается. Умеешь съезжать? Охуеть, куда он делся? Пулька моя. Сейчас М-ку убью, подожди. Арта, смотри, секундочку. Арты не было до сих пор. Да, да, да. Хотя, может, на Руслане на этом было арта, я не знаю. Ну, он редко кому отдавал обычно. Возможно, он не успел скинуть. Добраться. Ну все, сюда мы уже не прикатим, потому что ЛТ-шка, вот, блядь. Вот этого хотя бы соберите. Как мы его не видим, ты че? Сейчас я заеду себе. А ЛТ-шка вот это вот сейчас. Хорош. Ты покончено. Сука, решил. Сейчас, может, я засвечу его. Там на тайпу, нет, он под гору поддал. Прям под краем, на краю стоит. А, да. А тайпик. Сейчас я убью, я поеду, убью, потом обойду с это с калинии, подождите. Давай быстрее минуту осталось. Или мне с тобой поехать, как думаешь? Не-не-не, контри лучше сверху. Да бля, вы только сосете, ну ебаный в рот, вы не можете стоять, просто и не получай. Нахуй вы под него лезете, ну шотный, сука. Знаешь, что ты? Ну постойте, подождите. Когда не повернешься, не сделает тебя убивают.
Зер, не езжай, тут тебе тричка накидает. Бля, если мы сейчас засветимся, они могут вас перепушить поехать. Вы смотрите. Все, он шотнул. Они сейчас скатывать будут. Я доберу, едь на тайпа, наверное, или ты доберешь. Еду. Еще, блядь, не сыщи. Ладно. Ебать, 2000 он сюда. Сука. Сорян, ебать. Да, там. Да. Все четыре лидера. Они все шотные, блядь, они шотные, ой. Просто не лезьте там. А, блядь, у меня тайпик сзади, охуенно. Хорош. Хорош. Эмочка, а можешь вот отсюда выставить? Которая на горку сейчас. А, ты сзади горы уже бежишь. Не-не-не-не-не. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас вот это вот объедет, вот это вот заберет, не спешите. Лимончик, стой, просто стой. Пробитие. Хорош. Сейчас вот это подъедет. Может, вы сюда. Блять. Поджимайте, я контрю его. Один чё? Пожертвует собой, второй просто тупо заберет. Поехали. Да, там уже не сзади выйдет. Все вместе, гады. На, сука. Капец, какой потный. Они, блядь, видишь, умные. И здесь оставили, блядь. И здесь, сука, проехали. Да у нас это просто статисты вонючие, ебать. Если вонючие, нахуй, блядь. Они сами упарываются. Нахуй на них ехать, типа. Синенькие глазоньки, бутылочка в руке. Кто не знает Лёху, Лёху знают все. Девочки на празднике соберутся в круг, как танцует Лёха лучше всех подруг.